Ома гьянти медандасья, гьянангана шалакая, чакшуни милитам джанатасмай си гуруве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам, штапитам джанабутале, швайам рупакадамайам даданте свападантикам. Джай Шри Кришна Чайтанья Пабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар Шивасари Гоур Бхактивриндам, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Today's lecture will be somewhat unique. Сегодняшняя лекция будет уникальной. Not so much philosophy, but history. Не столько философии наполнена, как истории. You could say this is a transcendental history lesson. Вы можете назвать его трансцендентным уроком истории. I know in school, when I was in high school, we had to choose we go on to college, what we wanted to study, and some of my friends, they wanted to study history and become history teachers, because it's interesting. И в старшей школе, когда уже в старших классах нужно было выбирать, какое направление будем изучать в колледжах, интересным образом некоторые из моих друзей решили изучать историю. And in our Krishna Conscious Movement, which is represented by International Society for Krishna Consciousness, actually our history goes back many decades, hundreds of years, many millenniums, you could say. И на самом деле в нашем сознании Кришны, которое представляет Международное общество сознания Кришны, история, она длится не просто десятками, столетиями, а тысячелетиями. History is a very important part of our spiritual tradition. И история является очень важной частью нашей духовной традиции. For example, one book, history book that we strongly identify with is Mahabharata. И книга Махабхарата — это та книга, с которой мы себя очень сильно связываем. Devotees are often very interested in reading Mahabharata, what happened long, long time ago. И преданные всегда очень заинтересованы в чтении Махабхараты, изучением того, что же произошло много-много лет назад. Mahabharata actually literally means the ancient history of India. Махабхарат на самом деле дословно переводится как «древняя история Индии». But not just in the sense of this continent that we now call India, but greater Bharat. Actually, at one time, Prabhupada said the whole world was being governed from what we call New Delhi today or Hastinapur. The whole world was part of Vedic culture, ruled by the emperor Maharaj Yudhishthira. И на самом деле мы, говоря о Бхарате, не имеем в виду лишь только этот континент или Индию. На самом деле Шрила Прабхупада говорил, что в свое время Бхараты считалась вся эта земля, и ей управлялись из центра Махараджа Юдхиштхирой в так называемом Новом Нью-Дели, а раньше известном городе Хастинапуре. That was present or artifact that represented Vedic culture at one time all over the world. На самом деле, даже по сей день археологи они находят различные артефакты в Азии, Европе и даже Австралии, которые принадлежат древней ведической культуре. The whole world was under the banner of the Emperor of India, Yudhishthira. Весь мир находился под знаменем императора Юдхиштхиры. Just like one time Prabhupada was speaking about Russia. Как однажды Шрила Прабхупада, он говорил о России. Prabhupada went to Russia. He was interested in introducing, you could say, reviving Krishna consciousness in that country. Reviving Krishna consciousness in Russia. На самом деле, когда Шрила Прабхупада приехал в Россию, он был не только заинтересован в том, чтобы представить сознание Кришны в России, но чтобы пробудить. Then he said something very interesting. He said the original name of Russia is Rusia. Meaning the place of rishis. И он сказал, что на самом деле изначальным названием России является Ришия, то бишь место, где обитают риши. Prabhupada said the real name of Russia is Rishia, the place of rishis. Like, really? И Прабхупада сказал, что на самое название настоящее это Риши, место, где проживают риши. Old India? Вот все эти города причислены, это относится к старой Индии. But Prabhupada explained that in the ancient days the rishis who like to perform austerities to become detached from this world and eventually attached to Krishna, they would go north to the Himalayas and beyond to Siberia. That's very cold, Mr. Rishi.
You can become very detached in minus 40 degrees. И Шрила Прабхупада говорит, что в свое время великие йоги, мудрецы, для того, чтобы совершать аскезы, они отправлялись на север, в Гималаи и за их пределы. И таким образом даже некоторые из них приезжали в Сибирь, и, о, господин Риши, там холодновато все-таки, минус 40. И таким образом они отрекались от этого мира и хотели привязаться к Кришне. Sometime in the 1990s, I can't remember exactly when, but we visited a university somewhere in the Urals. And one of the professors told me, oh, we have our Russian Veda. It's the original Veda. Your Veda from India has come from our Veda in Russia. They think like that. He was very strongly convinced. И на самом деле, однажды, когда мы посещали один древний институт в 90-х, еще не помню, в каком именно месте России, на самом деле один из председателей и ученых этого института, он сказал, что на самом деле у нас есть своя российская веда, индийская веда, она изошла из этого. Вот так они считают. The hero of their Veda is someone called Krishan and Radheya. You know, the names were similar. Они говорят, что героями их вед являются Кришия и Радея, то есть названия они похожи именно. Of course, we know that's a speculation, but it's interesting how in various ways we can see indications that Vedic culture was once all over the world. И, конечно, мы знаем, понимаем, что это все является спекуляцией, но таким образом определенные проявления и указывания на ведическую культуру, они присутствуют. So why am I mentioning history? И почему же я упоминаю об истории? Because today we're sitting in a very historical place. Потому что сегодня мы с вами находимся в очень историческом месте. It's actually quite, you could say, rare that anyone gets to come here. На самом деле можно сказать, что редко сюда кто-либо приходит. Here in this particular part of Jaipur are the samadhis, or you could say the graves of many of the previous kings of Jaipur and queens of Jaipur and even their children who died prematurely. И на самом деле это место, в котором мы находимся, это самадхи, или можно сказать, захоронение различных царей и также цариц, и в том числе детей, которые преждевременно оставили этот мир. And many, if not most, of those kings were Rajarishis. И на самом деле многие, если не все из этих царей, являлись Раджариши. So they consider this a sacred place. Поэтому они считают это место священным. Raja means king. Раджа означает and царь. Again, Rishi means a saintly person. А Риша – это святой человек. So Rajarishi is a saintly person acting as the king. И Раджариши – это святой человек, который действует, выполняя роль царя. Ruling according to actual dharma. Правя на основе действительно настоящей дхармы. You don't find any politicians like that these days in the world. В наше время в мире вы не найдете подобных политиков. We won't go there, but I'm just saying we have an example of a real leader in Krishna-conscious kings. Мы не будем в эти моменты погружаться, но я просто скажу вам о том, что действительно у нас есть примеры настоящих правителей. So this is the place of some of those most prominent kings in the culture, in the history of Jaipur. И на самом деле здесь находятся одни из самых основных и главных царей в истории. And to get permission to come here, we had to write a letter to the Queen Mother. И на самом деле yesterday we sent an email to her and we asked her, you know, please may we come to this particular spot, the Queen. And she very kindly gave her permission that we could come here. И на самом деле даже для того, чтобы приехать сюда, нам нужно было написать обращение и письмо к царице королеве, главенствующей здесь. И на самом деле вчера мы вечером это сделали, и она очень милостиво дала нам разрешение. Otherwise, tourists and even different groups of devotees they can't come. But we knew this little secret: if you write the queen and she gives her permission. Yes, ISKCON can come. ISKCON's a very wonderful movement. You can come. You're upholding our tradition. И на самом деле, если просто. Okay. Yeah. И на самом. Should I translate it also? И на самом деле. Даже туристы или различные группы паломничества, они не могут просто так сюда приехать. Даже если они приедут, их не пустят. Но мы знали секрет в том, который заключается в том, что нужно было обратиться к королеве. И она милостиво согласилась, сказав, что ИСККОН, да, это очень хорошее движение. На самом деле вы поддерживаете нашу традицию. И Шри Прабхупада Прабху сказал, что на самом деле она также, эта королева, дала разрешение на то, чтобы мы почитали прасад в том месте, где мы его почитаем. So we're here by the permission, the grace of the queen. We should give her a big round of applause. Поэтому давайте поаплодируем ее за ее разрешение и милость, пролитую на нас. I could speak for hours about the different
personalities who are in samadhi here. На самом деле, я могу часами рассказывать о различных личностях, которые здесь находятся в самадхи. But most notably and most significant, like at least for myself and many historians and devotees of the Lord, is the samadhi of Sawai Jasing the second. На самом деле, самым знаменитым и важным личностью, ну, по крайней мере, для меня и других вайшнавов, является самадхи Савая Джайсингха II. He's literally the founder of this great city, which now is several millions of people. На самом деле, он является основателем этого города, в котором сейчас уже 7 миллионов жителей. And I'd like to go through his life a little bit, just so you can appreciate him, and afterwards you can go through that portal there, and his is the big white samadhi, the first one. When you go there, you can go and pay your respects. Я хотел бы немножко вам поведать о его жизни, чтобы позже вы могли через ту арку пройти и увидеть там большое его белое самадхи и выразить ему почтение. Because first and foremost for all of us, he's the protector of Govinda Dev. Потому что самое важное и первостепенным моментом является то, что он являлся защитником Говинда Дева. Go through the history, but because of him, Govindaji is nicely being worshipped for the last 300 years in this city. Потому что если мы пройдемся по истории, то увидим, что именно благодаря ему Говиндаджи так замечательно поклоняются здесь в этом храме на протяжении последних 300 лет. Little bit of his history. Немножко истории. So he was born on November 3rd. 1688, way back when. И он давным-давно родился 3 ноября 1688 года. And of course that means born to the queen mother and the previous king of Jaipur, his father. И, конечно же, он родился, его родителями были король и королева Джайпура, предыдущий царь. Now after the death of his father, he took over the position of the king, but he was only 11 years old. И после смерти его отца он занял положение правителя этой местности. Ему всего было 11 лет. That happens sometimes, you know, when there were kings and queens, the king would pass away, whatever, and then the eldest son would become king, and he was young, but he would be trained by, you know, the previous king's ministers and servants, etc., how to be a king. И на самом деле такое иногда случалось, когда преждевременно или так или иначе умирал правитель, и тогда оставались живых царица и дети, и старший сын занимал положение правителя, и даже несмотря на его юный возраст, с самых ранних лет его обучал сам король, министры и другие слуги тому, как быть королем. They taught him how to be a proper ruler, to divide and conquer. Ему научили тому, как быть правителем, как разделять и властвовать. How to deal in diplomacy, you know, there's one side has this idea, other has this idea, they're fighting, how to deal with it in an amicable way that everything becomes peaceful. Его учили дипломатии, если у разных сторон были противоположные точки зрения и мнения, как с этим действовать, как это все обвинять, чтобы все благополучно прогрессировало. How to tax the people and use the tax in the proper way by building, you know, getting reservoirs of water, getting that water to the fields, making proper roads and, you know, maintaining the forest. King had a lot of duties. И у царя на самом деле очень много различных обязанностей. Ему нужно было знать все нюансы казны и сборы налогов, и также как собирать различные резервуары воды, которые потом будут распространяться и раздаваться не только жителям, но и распределяться по полям. И много различных обязанностей у него есть, как защищать леса и так далее. How to protect the kingdom from opposing kings who wanted to take over and loot your treasury and kill all your people. Как защищать свое царство от соседствующих королевств, которые тоже хотят покорить и разграбить сокровищницы? He had a lot to learn as an 11-year-old boy. Будучи 11-летним мальчиком, ему многому приходилось научиться. Very often these boys were actually ruling the king, ruling the country as the king in their early 20s. Потому что зачастую эти юноши, они, будучи 20-летними, они правили странами. So he was doing all this as a young boy studying. И будучи юношей, он всем этим занимался. But he was different than many of the other kings in India. He actually proved himself from the very beginning to be very pious. What's more than pious? He was very devoted to our Lord Krishna. И на самом деле отличительной его чертой от других правителей Индии заключалось в том, что он с ранних лет доказал свою благочестивость и более чем это свою преданность нашему Господу Кришне. It's not so surprising because in those days Krishna culture was
very much in this northern part of India, especially because Vrindavan, we drove here from Vrindavan in 3 hours. By horseback, you could make it in a day. The most holy place in the universe was just, you know, a horse ride away. И на самом деле это было неудивительно, потому что сознание Кришны, оно было распространено, и в действительности в северной особенно части Индии, которая находится рядом с Вриндаваном, мы, допустим, с вами за 3 часа на автобусах добрались, а верхом на лошади можно и за сутки добраться в святое место Вриндавана. Even if you couldn't go there because of your various duties, sadhus were traveling all over India as the mouthpiece of God, Brahmins, and Vaishnavas, speaking the glories of Lord Krishna. That's the beauty of Vedic culture. Sadhus would wander and remind people of the real purpose of life and how to achieve it. Where are the sadhus in Western culture? И на самом деле, даже если сами правители, они не могли отправляться в святую Дхамму, различные святые и мудрецы, они, путешествуя по всей Индии, посещали эти места, являя славу и передавая послание Господа. Таким образом, они были представителями, и можно было их везде встретить. А в наше время, где же эти саду на западном мире? А в то время они передавали послание, возрождая эту любовь к Господу. The kings knew the beauty in upholding spiritual culture. Unless you uphold spiritual culture, people become degraded and engage in sinful activity. И правитель, он знал, что нужно поддерживать эту духовную культуру, потому что иначе люди, они все в упадок придет, и люди будут деградировать. There's many stories of a sadhu walking into town with just a loincloth, bare feet, you know, unkempt hair and his mala. Hare Krishna, he'd come to the palace, and the king would get off his throne, you know, with all his regalia, his diamonds and jewels and swords and things, and take his crown off and fall at the feet of that humble sadhu who owned nothing but Krishna prema. И часто можно было встретить такую ситуацию, когда саду, бедный саду, лишь на бедренной повязке и держа в руках малу, повторяя святые имена, входил в царство и во дворец правителя, и тот сходил с своего трона и предлагал поклоны ему, саду, у которого ничего не было, кроме Кришны. Он был смиренным, и царь, украшенный различными драгоценностями, в короне, с мечами, он припадал к стопам этого святого. That king was all-powerful and famous and rich. He'd bow down, he'd wash the feet of that humble sadhu and inquire from him, sir, please explain to us what is the purpose of life and how to achieve it. This is the beauty of Vedic culture, the sadhus. И этот правитель, у которого была вся власть и слава, он припадал к стопам и омывал стопы этого саду, спрашивая его о смысле и цели жизни. В этом красота ведической культуры. The kings would invite the sadhus into their palace to speak Krishna katha. И царь приглашал этого саду во свой дворец, чтобы он рассказывал Кришна катху. Where is the president or the prime minister today who's, you know, inviting ISKCON to come into the parliament and speak about Krishna consciousness? Где же президент и премьер? Few rare occasions, but it's not a daily occurrence. Где же президент и премьер-министр, которые приглашают преданных ИСККОН, чтобы рассказывать о сознании Кришны, Господа в парламенте? Конечно же, есть редкие исключения и примеры такого, но все же. So because Vrindavan was so close and Krishna conscious culture was pervading and sadhus were traveling, this young boy, Jai Singh II, he became devotee of the Lord. И за счет того, что Вриндаван находится недалеко, и саду они постоянно путешествовали, распространяя сознание Кришны, поддерживая его, этот маленький юноша в возрасте 11 лет уже стал преданным. I was reading that throughout his life he would sometimes go to Vrindavan incognito, not as the king, because he wanted to go there in a mood of humility. I'm servant of the Lord. He'd wear a loincloth. He'd have kanti mala, he'd cover his hair with a turban, and he'd have mala, and he'd go to Vrindavan. He'd walk around barefoot. Nobody, just his minister would be somewhere behind protecting him, but not obvious. He'd wander around, roll in the dust, bathe in the Jamuna, chant Hare Krishna. What a king! Я слышал описание. We can encourage Mr. Modi to come to Vrindavan, roll in the dust, and he's doing some good work, but I'm just saying, Raj Rishi. И следуя примеру Раджриши Джай Сингха II, можем порекомендовать Моди тоже кататься в пыли Вриндава, но он много всего хорошего делает, но все же можно и такой пример брать. И на самом деле Джай Сингх, я читал о том, что он
в обличии, под, как инкогнито, посещал Вриндаван лишь тоже в простой набедренной повязке, с кантималами на шее. Он тюрбаном скрывал свои прекрасные волосы. В руках он держал малу, и в смиренном настроении он входил во Вриндаван, катался в пыли, воспевал святые имена, принимал омовение. И его охранники и премьер-министры, они находились рядом, но неочевидным образом, держа дистанцию. If you saw a group of sadhus in the morning, you know, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, you know, he'd sit down and listen. Если саду, как вы видели, наверняка утром собираются и воспевали Om Namo Bhagavate Vasudevaya, он присоединялся к ним и слушал. And he was known for bathing each year in the full moon night of Kartik in Radhakund. И он был известен тем, он босиком ходил, посещал различные места, и в полную луну Картику он принимал омовение ежегодно в Радхакунде. And when his daughter grew up, he arranged the marriage that she was married in Vrindavan on the day of Janmashtami, actually in Mathura. И когда пришло время отдавать его дочь замуж, то он провел эту церемонию на самом деле в день Джанмаштами в давнем Матхуре. His daughter's getting married, big wedding, so many people invited, Braja. And then he disappeared after the wedding. No one knew where he was. Огромное, грандиозное празднование свадьбы, столько большое количество людей, все роскошно. И тут сразу после свадьбы он исчезает. Because he gave up his royal dress, dressed like a sadhu, and wandered for several weeks in the 12 forests. Потому что замечательный Раджа Риши, он оставил свои царственные наряды, принял облик простого саду и ходил, бродил по 12 лесам Вриндавана на протяжении нескольких недель. But in one visit he went to Vrindavan as the king. Но в одно свое посещение Вриндавана он это сделал как царь. Oh, the king has come to Vrindavan. И все-таки, вау, царь пришел в Вриндаван. And what did he do? Make, you know, just be very proud of himself, I'm the king. No, he went to Vishramgat and he offered his weight in gold to the Brahmins at Vishramgat. Пришел ли он, показывая, какой он замечательный царь? Нет, он пришел, чтобы предложить золото, пришел на Вишрамгат, чтобы предложить золото, равное своему весу. He called, all, come, come all the people. They were thinking, oh, yes, the king. He sat on a scale with so much weight. So then he told his treasurer here in Jaipur, bring that much gold and distribute it to the brahmanas. Rajarishi. Этот замечательный Раджариши, он собрал всех жителей, созвав их, тогда он воссел на весы и сказал своему казначею, какой объем золота нужно принести, чтобы раздать всем браманам. Then he ordered many ghats to be constructed along the Jamuna River so pilgrims could come and get the mercy of Jamuna Mai. И затем он также дал указание построить множество различных гатов на берегах Ямуны, чтобы святые и браманы, они могли получать милость Ямуны. He would often go to Vishramgat. Он часто отправлялся, посещая Вишрамгат. In one visit he ordered a temple to be built in honor of Sitaram there. И однажды он дал наказ построить там храм Ситарама. Another visit in the 1700s he ordered a temple to be constructed at Govardhan Hill for the serious practice of deity worship at Giriraj. И в 1700 каком-то году он также дал указание построить храм, в котором проходило бы серьезное поклонение Говардхану. And what I found most amazing is that eventually he took initiation into the Nimbarka Sampradaya, and well, we'll go on to describe how he constructed this beautiful city of Jaipur. И самое интересное, я узнал, что на самом деле он позже принял инициацию в Нимбарка Сампрадае, и сейчас мы с вами поговорим о том, как же он построил этот замечательный город Джайпур. That was his major achievement. Это было его основным достижением. Building this city for Govindaji. Построение этого города для Говиндаджи. Of course, I was reading last night. Actually, stayed up all night because it was so exciting. I was reading so many things that he did. I could just go on for hours and hours. The Krishna conscious things he did. На самом деле, я вчера допоздна не спал, по факту вообще не спал, потому что был так воодушевлен, читая о всем том, что он сделал. На самом деле, в сознании Кришны он много всего сделал замечательного. But we could suffice it to just quote one poet who was living at his time. He wrote a short little couplet
about Jai Singh, which summarizes his rule. Могу часами об этом рассказывать, но лучше процитирую вам поэта, который жил в то время и написал небольшую поэму, стих о нем. Jai Singh II was the Bhagirath of Kali Yuga. И он написал, что Jai Singh II был Бхагиратом Кали-юги. Like Bhagirath brought Ganga and Dharma to the earth planet, similarly, Jai Singh II brought the flow of Dharma again to the earth after the evil deeds of Aurangzeb. Как Бхагират принес Гангу и Дхарму на планету Земля, аналогичным образом Jai Singh II принес поток Дхармы снова на Землю после злых деяний Аурангазепа. Jai Singh was a Bhagirath of Kali Yuga. Like Bhagirath brought Ganga and Dharma to the earth planet, similarly Jai Singh II brought the flow of Dharma again to the earth after the evil deeds of Aurangzeb. Jai Singh II был Бхагиратом Кали-юги, как Бхагират принес Гангу и Дхарму на планету Земля. Аналогично Jai Singh II принес поток Дхармы снова на Землю после злых деяний Аурангазепа. Now, therein the poet refers to the evil deeds of Aurangzeb. И здесь поэт напоминает о злых деяниях Аурангазепа. During the life of Jai Singh, India was ruled by the Muslims. При жизни правления Jai Singh Индию управляли мусульмане. And the emperor, a Muslim, was Aurangzeb, who was actually an evil tyrant. И на самом деле императором был Аурангазеп, и в свою очередь он был очень злым тираном. To make a long story short, at one point he ordered all the temples and the deities in Vrindavan to be destroyed. Если вкратце, то в один момент он дал указание, чтобы все храмы и все божества Вриндавана были уничтожены. And of course, that included our beloved Govindaji, who we spoke elaborately about yesterday. И, конечно же, это включает нашего возлюбленного Говиндаджи, о котором мы много вчера говорили. Fortunately, at the last moment, before the soldiers tried to destroy Govindaji, he was whisked away from the temple by the temple priest. His name was Shivaram Goswami. И, к счастью, Шиварам Госвами, тогда будучи главным священнослужителем, они безопасность перенесли Говиндаджи и позаботились о нем. And he took Govindaji and several other deities far out to Radhakund, where they stayed safely for some time. И он не только Говиндаджи, но и других божеств безопасность перенес к Радхакунде. But Aurangzeb and his soldiers, they were looking for these deities, so secretly these deities had to keep being moved from place to place, and they were gradually coming down into Rajasthan because the Pujaris understood that the kings were here were very Krishna conscious, and at some point the deities could be protected. И таким образом слуги пытались, продолжали искать этих божеств, чтобы разрушить, и преданные они поняли, что нужно переводить дальше в безопасное место, и из Радхакунды потихоньку в Раджастан переносили всех этих божеств, понимая, зная, что пригодится помощь праведного и преданного царя. And, of course, every king has his spies, so Jai Singh II, he was following secretly as Govindaji was coming down closer and closer to the his kingdom, which actually was not Jaipur at that time, but Amr. Amr was the seat of all these kings in this part of Rajasthan for many centuries. So this is some distance, a little bit north of here, this big city called Amr. As the deities were coming closer, Jai Singh II was thinking, "I'll give shelter to Govindaji." И на самом деле, как у любого правителя, у также были шпионы, поэтому он, Jai Singh, он наблюдал и следил за перемещением Говиндаджи и других божеств. И по мере приближения к Раджастану и приближения, на самом деле, в то время столицей был Амар, город, где проживали различные цари и правители этой северной части Раджастана. Он думал, вот-вот Говиндаджи приближается, я хочу дать ему прибежище и защиту. He was thinking this deity is being hidden from the invaders, and we have to protect him. So, this place Amr is not the best place for protection. So, I'll ride my horse around this part of India, and find a beautiful place where we can build a new city to protect Govindaji. Just think, like this is amazing. И Jai Singh он думал о том, что нужно защитить Говиндаджи от этих мародеров.
Но этот Амар, этот город, он может быть недостойный, недостаточно защищенный и подходящий, поэтому он решил сесть и проехаться на лошади по окрестностям, чтобы найти то место, в котором мог бы построить город и защитить Говиндаджи. Разве это не удивительно? Политики, они строят города для чувственных удовлетворений. А он решил построить город, чтобы защитить Господа. So there was a period where Jai Singh, you know, with just a couple of his servants, was riding their horses around this part of Rajasthan, looking for a place that had natural protection, like mountains. И в свое время Джай Сингх, он отправился со своими приближенными министрами в поисках подходящего места, чтобы оно было естественным образом защищено, помимо наподобие гор. Just look around, put your heads up and look around. Просто поднимите горы, голову вверх, оглянитесь вокруг. We drove from Vrindavan, it was flat land the whole way, and if you were awake in the bus, at a certain point you would see these mountains rising up. И когда мы ехали из Вриндавана сюда, то можно было видеть местность достаточно плоскую, но по мере приближения сюда, если вы вдруг проснулись чуть раньше времени в автобусе, то вы могли обнаружить себя окруженными горами. So he's looking for a mountainous area where he could build a city. And he also wanted that to be something very beautiful, because in all his visits to Vrindavan, Vrindavan was a van, it was a forest, it was very, very beautiful. So he said, I not only want protection, I want that area to be very beautiful, like Vrindavan. This is, you know, a lot to ask for. A mountainous area that's very beautiful in the Rajasthan desert, because basically Rajasthan's a desert. И таким образом он хотел найти не только горную местность, которая давала бы защиту, но также он хотел найти прекрасное место, потому что, посещая Вриндаван, он видел его красоту. И это была непростая задача, ведь сам Раджастан – это пустыня, и он хотел найти такое место, которое включало бы в себя и горную местность, и прекрасные виды и растительность. He knew Govindaji was coming closer and closer, so he had to start, you know, work on the city. И он знал, что Говиндаджи приближается все ближе и ближе, поэтому ему нужно было уже начать построение города. So basically it was just desert. И по сути, по факту, была лишь пустыня. But one day, но в один день, his search with his soldiers, he came to a particularly beautiful area with an abundance of what? Kadamba trees and blossoming flowers and a lake full of lotuses. Like, wow, what's this? Но в один desert. Но в один день он столкнулся посреди пустыни с прекрасным местом, в котором обилие деревьев кадамбы, цветущие цветы и также озера, полные лотосов. So as he's walking in this area, he's thinking this would be a beautiful place for Govindaji. И бродя по этому месту, он думал, что это будет идеальным местом для Говиндаджи. So in returning to his kingdom, Amer, which is, you know, 45-minute drive from here, he told his ministers to go to that place and develop it very nicely to eventually receive Govindaji. И возвращаясь в свой город Амер, который в 45 минутах езды отсюда, он сказал своим министрам построить город здесь для Говиндаджи. And it's interesting, he specifically asked them to study the description of Vrindavan given by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his writings. If you want to know what Vrindavan looks like, what's the mood there, then read the scriptures of Vishwanath Chakravarti Thakur. You'll know how to develop that area very nicely. И интересным образом он также дал им наказ изучать писание Вишванатха Чакраварти Такура, потому что если мы хотим увидеть и познать красоту Вриндавана, то нам нужно изучать ее. So thousands of men were engaged in developing that area with beautiful gardens and with a small but very magnificent temple. И тысячи людей, они были задействованы в построении этого города и храма, и множество садов было посажено. Но храм был прекрасный, но маленький. And then he was, this is coming on. Kartamashi, can you come help me here? Yeah, this is coming on. Yeah. Just take the charter away. Yep. Put that back on. Mm-hmm. So the men who were doing the construction, they're building this little beautiful place for Govindaji. So they asked Jai Singh if he could give it a name.
this place. И тот, кто построил этот замечательный город для Говиндаджи, он обратился к Джей Сингху с вопросом и просьбой дать название этому месту. So one day Jai Singh came to that area and he looked at the temple was being built and the gardens were going there and you know everything's very beautiful. He said, "Let's name it Kanak Vrindavan, the Golden Vrindavan." И когда он пришел сюда, увидел, как все замечательным образом проявили тут, какие прекрасные сады, он подумал и сказал, давайте назовем это место Канак Вриндаваном, Золотым Вриндаваном. When he looked at it, it had a certain golden glow to it, so he said, call it Kanak Vrindavan. Поэтому, если обратите внимание, посмотрите на него, у него есть некое золотое сияние, поэтому он сказал, давайте назовем его Канак Вриндаван. Would you like to see that beautiful place? Хотели бы увидеть это прекрасное место? It still exists. И оно до сих пор существует. Who would like to go see Kanak Vrindavan? Кто хочет отправиться посмотреть Канак Вриндаван? Well, lucky you, we're going there tomorrow. Вы счастливчики, завтра туда отправляемся. And you'll see how beautiful that area is and how nice that Jai Singh made it and the beautiful buildings and the temple that Setri made, it really has a golden glow. Remember that golden glow when you walk there. Kanak Vrindavan has a golden glow. И на самом деле, когда вы приедете завтра, вы увидите, как прекрасно это место, и сами построения, и также природа, замечательная растительность, сады. И у него действительно есть это золотое сияние. Когда вы завтра будете там, помните об этом золотом сиянии. And after many decades, actually, it's a long story, I gave many classes about it. Govindaji came close enough, secretly, from the Muslim invaders, he came close enough that one day Jai Singh was able to bring Govindaji into Amer for initial protection. И на самом деле я много раз уже об этом рассказывал, но в конечном счете Аурангазеб он предлагал много усилий решительных для того, чтобы захватить и расстроить, разрушить Говиндаджи и других божеств на протяжении десятилетий, но в конечном счете Джай Сингх он решил привести Говиндаджи в Амер. There was actually a big celebration when Govindaji arrived in Amer. The whole city came out to greet him. На самом деле было роскошное, крупное, грандиозное празднование в тот момент, когда Говиндаджи приехал в Амер, и все пришли его видеть. Jai Singh, he first put Govindaji into a temple there called Mansarovara Temple. И на самом деле первым делом Джай Сингх он пригласил Говиндаджи в храм, который называется Мансаровар, маленький храм. And in order, in honor of that occasion, Govindaji arriving in Amer, Jai Singh ordered a large pillar to be made and installed in the temple. It's called the Kirti Stambha, the pillar of glory. И на самом деле, в честь этого события и в честь Говиндаджи, Джай Сингх, он решил заказать замечательную колонну и установить ее в храме. Эту колонну назвали Кирти Стамба, колонна славы. And as plans were being made for developing Jaipur, Govindaji was worshipped in that temple, of course, along with Srimati Radharani, for 2 years. И на протяжении 2 лет Кришне там поклонялись, конечно же, вместе с Шримати Радарани, в время того, когда храм основной для него еще был в процессе постройки. Now, Jai Singh was also a scholar. He liked to read the Vedic scriptures. И Джай Сингх, он также был ученым, ему нравилось изучать ведические In писания. In particular, he liked to read the books of Rupa Goswami. Ему в особенности нравилось читать книги Рупы Госвами. So in studying Rupa Goswami, he learned that Srimati Radharani had a companion who helped her and her seva, and her name was Lalita Sakhi. И изучая их, он узнал, что у Радарани была подруга, которая помогала ей различным образом, и ее звали Лалита Сакхи. And he read that Lalita Sakhi used to or does prepare tambula or betel nut for Srimati Radharani. И он узнал также о том, что она и подготавливала, продолжает подготавливать некую тамбулу или как орех бетеля для Шримати Радарани. Mansarovara temple here in Amer, in my fort here, we have Govindaji, we have Radha. We should also have Lalita, I think. Он подумал, что вот в Амере, в моем форте, в защищенном месте, есть прекрасные божества Рады Говиндаджи тут, все необходимое для них в этой крепости. Также нужно Лалиту сюда пригласить, я думаю. So he ordered his artisans to carve a beautiful deity of Lalita Devi, made from a combination of 8 precious metals. It's called Astudut.
И на самом деле он тогда дал наказ своим мастерам проявить прекрасную форму Лолита Деви, которая была проявлена из комбинации восьми металлов, которые называются Аштадату. And then cover that deity in gold. И затем покрыть это божество золотом. Isn't this interesting? Интересно? So when this incredible deity of Lalita was finished, Jai Singh had her installed along with Radha Govinda in the Mansarovar temple. И когда это невероятное божество Лолиты было завершено, проявлено, Джай Сингх дал указание, и он установил это божество вместе с Радой Говиндой на берегу в этом месте Мансароваре храма. Would you like to see that deity of Lalita? Хотели бы вы видеть это божество Лолиты? You've already seen her. Уже видели. When we take darshan of Radha Govinda, you look on our left, there's a beautiful deity of Lalita. That's the deity that Jai Singh, to see what a ruler he was, that's the deity he had made to put next to Radha and Krishna. And Vishakha came later. А вы уже видели, если вы посмотрите с нашей точки зрения по левую руку от нас, рядом с Радой Говиндой стоит замечательное божество Лолиты. Это то самое божество, которое проявил и установил Джай Сингх. И смотрите, какой он замечательный правитель. А справа есть Вишакха, она чуть позже пришла. And he engaged the best pujaris, the best cooks, the best sewers to take care of Govindaji, because for so many decades Govindaji was hiding in wooden boxes inside forests, into the lakes, etc. So when Govindaji arrived, he took very good care. И тогда он выделил самых лучших пуджарис, самых лучших поваров, всех самых лучших слуг в своем королевстве для того, чтобы они должным образом достойно служили Говиндаджи. Ведь на протяжении десятилетий ему поклонялись, пряча его в лесах, в озерах, в деревянных коробках, а теперь ему предлагали самое роскошное поклонение. Again, he was a scholar. He liked to read Krishna conscious literature, especially the literature of Rupa Goswami. Итак, он был ученым, ему нравилось читать, в частности, ведические писания, в особенности он читал Рупа Госвами. So, of course, before the, it took so long time to build a city, so his idea was that before Jayapur was finished, he would move Radha and Govinda and Lalita to this Kanak Vrindavan, because he was having a temple built there for them. So eventually they moved to Kanak Vrindavan, and that was the next place they were worshipped. И следующее место, в котором поклонялись после Мансаровара, так как Джайпур все еще находился в процессе построения, то следующим местом поклонения, куда их перенесли, это был Канак Вриндаван, в котором также Джай Сингх построил замечательный храм для Рады Говинды. He finally made this decision when he went there one day and actually saw that Kanak Vrindavan looked just like Vrindavan. So now time to move the deity home. И когда он пришел, чтобы проверить готовность этого места Канак Вриндавана, он увидел, что это место наконец-то готово, ведь оно выглядело в точности как Вриндаван. И тогда он решил вернуть божеств домой. He knew Vrindavan because as the king he was going there in a disguised form. Он знал Вриндаван, потому что, будучи царем, под прикрытием он посещал его. And he wanted to take good care of Govindaji. So Kanak Vrindavan, Little Vrindavan, Gupta Vrindavan, Hidden Vrindavan. Поэтому он проявил этот Kanak Vrindavan, Gupta Vrindavan, сокрытый Vrindavan. Again, some devotees say, I don't want to go to Jaipur, I want to stay in Vrindavan. Well then come to Jaipur, because it's Gupta Vrindavan. Govindaji's here. Но все равно некоторые преданные говорят, что я не хочу покидать Вриндаван и отправляться в Джайпур, но мы это делаем, мы должны делать, потому что это Гупта Вриндаван, это скрытый Вриндаван. Now, some years ago, when I was going to the Vrindavan Research Institute, I found one of Jai Singh's most famous court poets, and he actually described in his poetry what Kanak Vrindavan looked like. Well, you're going to go tomorrow. И на самом деле... Don't stay back. I'm sick. You still come. И в Вриндаванском исследовательском институте я обнаружил писание, стих, который написан придворным поэтом Джай Сингха, описывающим Канак Вриндаван, который вы завтра увидите. So here's a poem he wrote about Kanak Vrindavan. You keep this in your mind, you etch it into your heart, and you remember that when we go there tomorrow, as the bus is going. I can't wait to see this golden effulgence of Kanak Vrindavan. It's a little different now, it's a few hundred years later, but see it through your mind's eye. See it through the vision
of those who have pure devotion. И даже если вдруг вы болеете и решите остаться еще отдохнуть, восстановиться дома, нет, все равно приезжайте. И, пожалуйста, вот это описание держите в своем уме и в своем сердце, когда вы приедете завтра в Канак Вендравен. Конечно, прошло уже несколько столетий, это место изменилось, но через видение, которое вы сохраните в своем уме, вы сможете это увидеть, это золотое сияние, это прекрасный Канак Вендравен. Would you like to hear the poet's description, literal description of Канак Вендравен, how it looked then? Хотели бы услышать описание того, как выглядел раньше Канак Вендравен, как описал этот поэт, на самом деле описание. Listen to this. Тогда послушайте and это. If somebody faints next to you, please fan them and bring them back to external consciousness. И если кто-то, услышав это, сидящий рядом с вами, потеряет сознание, ну, помогите им пробудить, помахивайте их. And surely when you go to Канак Вендравен tomorrow, this is how you'll see it. То, как завтра вы увидите Канак Вриндаван, он будет именно так описан. Because a saintly person, he sees through his ears, not through his eyes. Потому что святой человек, он не видит через свои глаза, он видит своими ушами. He wrote, "There is a grove of Karira covered with gunjaberry vines, where there are mulberry trees blossoming with sweet flowers and endless creepers." Есть роща Карира, покрытая ягодными лозами гунжа, где растут деревья Маоласри, цветущие сладкими цветами и бесконечные лианы. There Govindaji wanders about alone with a woolen blanket under his arm, singing blissful songs. Там Говиндаджи бродит в одиночку с шерстяным одеялом под мышкой, распевая блаженные песни. The righteous and honorable Jai Singh, out of his ardent love for Govindaji, has permanently installed him in a jeweled palace. Праведный и благородный Джай Сингх из-за своей пылкой любви к Говиндаджи навсегда поместил его в украшенный драгоценностями дворец. It appears this Vrindavan called Kanak Vrindavan is even sweeter than Vrindavan north of here. Похоже, этот Вриндаван, Канак Вриндавана, даже слаще, чем тот Вриндаван к северу отсюда. And Jai Singh used to come to Kanak Vrindavan every Ekadasi to have darshan of Radha Govinda. И на самом деле Джай Сингх он посещал Канак Вриндаван на каждой Экадаши, получая даршан Радха Говинды. And you're going there tomorrow. И мы тогда завтра отправляемся. Who's sure they're going to come tomorrow? Кто с уверенностью может сказать, что завтра приедет? Even if you have that virus going around that blocks your nose up and gives you an upset tummy, you should still come to see the golden effulgence of Kanak Vrindavan. Даже если вас захватил этот вирус, который сейчас бродит, блокирующий ваши носные пазухи и дающий беспокойство вашему животику, все равно приезжайте увидеть этот золотым сиянием Канак Вриндаван. So Mansarovar Temple, Kanak Vrindavan, then Jai Singh's thinking, now I'm going to build a city for Govindaji. И таким образом Мансаровар, Канак Вриндаван, и теперь Джай Сингх думает, ну все, теперь я готов, и я построю дворец для Говиндаджи. When you go to his samadhi, you can also bow down. И когда вы подойдете к самадхи Джай Сингх, вы также можете предложить поклоны. He's a king, he's a ruler. Он царь, он правитель. He's a devotee. И он преданный. And he did all these Krishna conscious things, so we can worship devotees, the guru and Krishna, Hari Guru Vaishnava. И он сделал столько всего в сознании Кришны, и таким образом мы можем поклоняться ему, поклоняться Хари Гуру Вайшнаву, Гуру Вайшнаву и Саду. So he ordered his planners to begin work on Jaipur, a new city which he envisioned. It's 11 kilometers from Amar. И на самом деле он дал наказ начать построение этого замечательного города Джайпура. И то, что он представил и хотел проявить, но на самом деле от Амера это расстояние было 11 километров. It's a big move, you know, the capital is being moved somewhere else. Это большой переезд, чтобы столица переехала в другое место. And sometimes on our parikrama, if we have enough time, we go with the buses to Amar. It's a huge, beautiful palace made of yellow and white and gold marble on top of one of these hills. We often go there. We just don't have time this time. Иногда мы зачастую так делаем, если у нас есть время в расписании нашей парикрамы, то мы отправляемся в Амер, в это место, которое проявлено из белого и желтого мрамора. Огромный, замечательный дворец на вершине горы. Просто в этот раз, к сожалению, у нас времени нет. For centuries it was there. It was the seat of the kings of Rajasthan.
На протяжении веков это то место, где находился и проживал царь. They walked away from that kingdom because it wasn't good enough for Govindaji. Но они покинули это царство, потому что оно было недостаточно хорошо для Говиндаджи. Most people think it's good enough for me. I can tax the people and live very opulent. He's thinking it's not good enough for God. We're out of here. We're going to protect him in another city. Можно было сказать. Jai Singh the second key. Jai. И он мог сказать, что, ну, хорошее, классное место. Jai. Можно было сказать, ну, хорошее место, могу здесь сидеть, спокойно себе жить, налоги с подданных собирать, вообще красота. Нет, они поняли, что это место, оно недостаточно хорошо защищено и недостаточно хорошо подходит для Говиндаджи, поэтому они решили его оставить. Представляете, Jai Singh II Key, Jai. Ладно. So it's actually described as India's first planned city. На самом деле, Джайпур, он описывается как первое запланированное или построенное город в Джайпуре. Designed by a famous architect, his name was Vidyadhar Bhattacharya. И Vidyadhar Bhattacharya, знаменитый архитектор, он проявил этот. And the entire city of Jaipur is based on the principles of Vastu Shastra. И весь город Джайпура по строительстве он основан на знаниях и принципах Васту-шастры. So the buildings are going up and the palace is there and everything's going on. And one day Govindaji appeared to Jai Singh in a dream. И таким образом здания стали строить, они стали возвышаться, дворец также уже вот-вот должен был построиться. И тут Говиндаджи явился во сне к Джай Сингху. Jai Singh's the king, so he's, you know, building a palace. You know, you have to have a place, administration palace. He has to have a place where he can rule from. So the first order was build a nice palace so that we can, you know, live there and make all the plans how to develop everything else. И одним из первых знаний для того, чтобы все планировать, администрировать и управлять этим городом, естественно, было построение дворца, в котором проживал бы сам царь. И в первую очередь его и построили. So one night Govindaji appears in the dream and gives an instruction to the king. И в одну из ночей Говиндаджи явился во сне царю и дал наставление. O king, you're building such a large city, including a palace for yourself. Cannot you include a small space for me there as well? О король, вы строите такой большой город, в том числе и дворец для себя. Не могли бы вы также предусмотреть там небольшое пространство для меня? So at that time in history, Jai Singh II was taking advice, counsel, spiritual instructions from Vishwanath Chakravarti Thakur. И на самом деле в то время Джай Сингх, он получал наставничество, руководство, наставление от Вишванат Чакраварти Такура. So he did everything in relationship to what Vishwanath told him to do. И все, что он делал, было на основе того, что говорил ему Вишванат Чакраварти Такур. So Jai King II wrote a letter to Vishwanath Chakravarti Thakur. И Джай Сингх II написал письмо Вишванат Чакраварти Такуру. When I read that, I was thinking, just like Rupa and Sanatana, they wrote a letter to Chaitanya Mahaprabhu in Puri. You know, Jai Singh, he's the king, he's writing a letter to Vishwanath Chakravarti Thakur. I was thinking, oh, I wish I could write a letter to Vishwanath Chakravarti Thakur, ask for some advice. How can I become Krishna conscious in Kali Yuga? He'd probably say, chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И прочитав это, я сразу вспомнил, как Шрила Рупа и Санатана Госвами, они писали письма Шри Чайтанья Махапрабху. И таким же образом Джай Сингх II, он получал руководство от Вишванат Чакраварти Такуру. Я подумал, вау, я бы тоже хотел написать письмо Вишванат Чакраварти Такуру и спросить его, как я могу прогрессировать в Кали-Югу духовно. Он наверняка ответил бы мне, повторяй, Хари Кришна. So the letter he asked Vishwanath Chakravarti Thakur if he could build a nice temple for Govindaji before the big temple came along. И вопрос, который он там задал, и в котором нужна была помощь и совет, это может ли он построить небольшой храм для Говиндаджи, прежде чем основной и крупный храм алтарь построит? So Vishwanath wrote back, yes, and for now you can establish Govindaji in your own Mahal, which means your own place. И он сказал, да, и с этого момента ты можешь построить
на самом деле храм для Говиндаджи в своем собственном махале, то есть в своем месте дворце. So they made a little residence, a nice palace for Radha and Govinda. И они построили небольшое здание, замечательный дворец для Рады Говинды. And then Jai Singh did something really amazing. И затем Джай Сингх сделал что-то действительно удивительное. While the big temple for the deities was being constructed, he arranged for Radha and Govinda, Lalita. I remember Gaur Govinda, that small deity that Mahaprabhu had sent along with Kashishwara. He had them temporarily installed in his own palace, like in his own home. Bring them into my home. И тогда... He's the ruler, he can do anything he wants. I think, wow, that's pretty smart. So the puja to Radha Govinda, Lalita, and Gaur Govinda was done in a room inside his palace. И тогда Джай Сингх сделал что-то удивительное. Он построил место, храм небольшой, в своем же доме фактически, в который он пригласил Шри Раду Говинду, Лалита, Гор Говинду, божество, которое мы вчера слушали, божество Кашишвара. И представляете, он это сделал фактически, приведя их себе домой. Я подумал, что, ну, в принципе, он правитель, умный ход, он может все что угодно сделать, и он этих замечательных божеств всех к себе домой принял. The deity stayed in his house, in a room in his house, for 2 years, and it's described every day was a festival, because he's the king, he has lots of money, he has lots of stuff. И описывается, что 2 года божества проживали в одной из комнат его дома, и каждый день был фестивалем, потому что он правитель, он есть такие возможности. Still making plans for, you know, a temple for Govindaji. You know, a lot of things have to be built, and then the temple will come. И он продолжал различные планы проявлять и работать над построением, в конечном счете, основного храма для Говиндаджи. So one of the things that Jai Singh and the architects were constructing was a summer house for the queen. И один из таких построений был летний дворец для королевы. You know, it's really hot, right? So they were building this beautiful open-air home. Like a place where she could just go and sit, and the wind would be there, and it was refreshing, kind of open air type of palace, just for the queen. И летом, естественно, тут очень жарко, поэтому они сделали специальное построение, в котором было много свободного пространства, ветерок мог там гулять, даря прохладу, и это все сделали специально для королевы. So then, Govindaji appeared again in the dream of Jai Singh. И затем Говиндаджи снова явился во сне Джай Сингху. So in that dream, Govindaji said, "You're building a nice residence for your queen. Why don't you give it to me? It's good enough. I like that place." И тогда он сказал, что вот ты построишь замечательный дворец для своей королевы. Ну, слушай, мне тоже, в принципе, достаточно подходит это место. Дай-ка мне его. So then Jai Singh woke up and he said to his wife, "Honey, I have to tell you something." И Джай Сингх проснулся и, подойдя к своей жене, сказал: «Дорогая, мне кое-что стоит тебе рассказать». That summer palace I was building for you, Govindaji wants. She immediately said, "Give it to him." Знаешь, вот this is the king. This is the queen. This is such wonderful example. И он говорит: «Дорогая, знаешь, вот тот дворец летний, который для тебя построил Говиндаджи, хочешь его для себя?» И она тут же сказала: «Конечно, отдай ему». Представляете, такие замечательные король с королевой. So that's where Radha Govinda were moved, and that's where they stay today. Это именно то место, куда Шри Радха Говиндаджи перенесли, и то место, где они по сей день находятся. That was the summer home for the queen. Actually, if you look at it, it doesn't look like a temple, does it? You think of temples in India, you know, there's a door going in, and then there's windows, and it's just an open space. They hadn't even finished it. Govindaji wanted to go there. That's what you see now. When we go for darshan, it's a summer home. It's not a temple. But we call it a temple. Isn't that interesting? Разве не интересно, если мы обратим внимание на этот летний дворец? Ведь он действительно даже не выглядит как храм. Ведь в Индии мы знаем, что есть как минимум в храме стены, есть специальная дверь, через которую вы проходите. Много всего того, что нет в том здании, которое мы можем лицезреть, идя на даршан Говиндаджи. В нем очень много просторного, открытого пространства, потому что это именно тот самый летний домик. Разве не удивительно? Where's the walls? Стены-то где? There's no walls. It's not like an ordinary temple, right? Just, when you walk, you just put your shoes there. You can even see Govindaji from there. Just walk into this huge space that's covered, and there's the altar. That's what Govindaji wanted.
So no one changed the idea. They didn't make a big temple for him. He wanted to be in the summer house of the queen. И таким образом, with the nice breezes, you know. So many people would come and see him. И таким образом, там даже ни стен, ничего нету. Просто войдя на территорию храма, оставив свою обувь, фактически с этого места вы уже можете видеть через все это открытое пространство, увидеть самого Говиндаджи. И Говиндаджи, даже по сути, это здание не было полностью завершено. Да, там есть небольшое покрытие сверху, небольшая тень, но Говиндаджи именно так хотел этот летний дворец королевы, чтобы ветерок там гулял, даря ему прохладу. So then Jai Singh, he decided that his residence, his palace, would be right in front of that quote-unquote temple, and in such a way that when he woke up in the morning and opened the screen, the first thing he'd see was Govindaji, and the first thing Govindaji would see would be him. This is bhakti. И тогда Jai Singh решил, что он также переедет и будет проживать в том месте, с которого он мог бы первым делом, просыпаясь рано утром, открывая шторы своего помещения, где он проживает, он мог видеть Говиндаджи. И чтобы Говиндаджи, пробуждаясь, первым делом он мог видеть этого царя. И это бхакти. What's the first thing many devotees see in the morning? Their phone. И это... The news, the war, the poverty, this. Or the first thing they see in the morning is their ugly face. Sorry. You're all beautiful. И таким образом был построен этот в кавычках храм, и так все организовано было. А что мы с вами, что люди в основном видят первым делом? Они смотрят свой телефон, они смотрят новости о всем том, что происходит в мире, и все бедствия, грабеж, все основные новости. По сути, первым делом они видят свои уродливые отражения лиц. Ничего личного, речь не о вас, вы все прекрасные. First thing Jai Singh would do, he'd jump out of bed, shower, bathe, get dressed. And the first thing he'd see is open the curtain. Jai Govindadev! Shri Shri Radha Govindadev ki! Jai! That's how he'd start his day. А Джай Сингх начинал свой день с того, что он вставал с кровати, принимал омовение, подготавливался и открывал штору и посмотрел, получал даршан Говиндаджи. And during the day he'd go for the noon arti. А в течение дня он посещал дневной арати. And then for the evening arti. И затем вечерняя арати. And then he'd stand on the veranda of his home as they were closing the curtains at night. The last thing he would see was Govindaji. Then he'd go to sleep. И затем он стоял на веранде своего дома. What a king! И смотрел на Говиндаджи. И на тот момент, когда шторы и занавес алтаря, он закрывался. И последнее, что он видел в этот день, это Говиндаджи. Каков царь? So eventually, when the whole city was constructed, he moved the whole population of his kingdom from Amer. You'll see it one day. It's this beautiful, huge fort with lots of residents. Everyone left and came to Jaipur, the city of victory. What's the victory? Param Vidyate Shri Krishna Sankirtan. Pushing forward the moon of Chaitanya Mahaprabhu, where in deity worship is so important, so he saved Govindaji, so we could come to Jaipur and be inspired to go back to our cities and tell everyone, chant, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. And come to Jaipur. No, I'm going to stay in Vrindavan. Come to Jaipur and see Govindaji. И таким образом Джай Сингх, он сделал все эти подготовительные моменты, и интересным образом распространялось это движение, то, что сам Господь Чайтанья, он дал распространение святого имени, вся эта милость, проявленная в очень серьезном отношении к поклонению божествам, и Джай Сингх, он таким образом все это подготовил и организовал. I was reading in time many devotees from Vrindavan and Bengal started visiting and spending a lot of time in Jaipur. И на самом деле преданные из Бенгали и Вриндавана, они стали много времени посещать, проводить здесь в Джайпуре. Just can I say one more thing in the private? Just remember. И Гурудев, он ранее упоминал там просто много. No. I couldn't finish because look, so many. Гурудев говорит, добавь что-то хочешь. Я говорю, нет, закончи то, что вы сказали, потому что много очень было. Джай Сингх на самом деле Самера всех перевез сюда в Джайпур, всех жителей своего города, и поэтому, когда мы увидим, если вдруг поедете, увидите вот эту крепость Амера, очень большую, красивую, но пустую. And actually this became a principal place of pilgrimage. На самом деле, Джайпур стало одним из самых любимых мест паломничества. Now listen to this.
И послушайте это. I read this at 1:30 in the morning. Я в 1:30 утра прочитал это. Не мог спать. I was reading that one day some disciples of Baladev Vidyabhushana, who lived in Vrindavan, said to Baladev Vidyabhushana, "We won't go to Jayapur. Why should we leave Vrindavan and go to Jayapur? Even if Govindaji is there, we can establish some new deities in Vrindavan and serve Krishna." В один из дней некоторые ученики Баладева Видибушины, которые проживали в Вриндаване, сказали во время даршана, что мы не поедем в Джайпур. Зачем нам покидать Вриндаван и ехать в Джайпур, даже если там находится Говиндаджи? Мы сможем установить в Вриндаване несколько новых божеств и служить Кришне. So Baladev Vidyabhushana, he replied in a really interesting way. И Баладев Видибушина, он ответил им очень интересным образом. Just a one-liner. Просто одной строкой. He gave me a big talk to him. He said one line. То есть они ему длинную, долгую речь толкнули, а он вкратце одной строкой ответил. Наратам одним предложением он процитировал Шрила Наратам Дас Такура. He said, "Shri Govinda Gopinath Madan Mohan." He said, "Where these three deities are situated, that's the real Vrindavan." Он сказал, "Шри Говинда Гопинат Мадна Махан, то место, где присутствуют эти три божества, это место настоящий Вриндаван." Of course, both are Vrindavan. And Vrindavan's wherever you are in the world, where you're thinking of Radha and Krishna and their service, that's also Vrindavan. But it's an interesting reply he gave to them. Но, конечно же, мы знаем, что любое то место во всем мире, где бы вы ни думали о Радхе Кришне, это тоже становится Вриндаваном. Но вот здесь интересно, как это описывается. So Baladev concluded, you should all go to Jayapur for darshan. Поэтому Баладев Видибушина сделал заключение, что вы все должны отправиться в Джайпур и получить даршан. So this is Gupta Vrindavan. Thank you all for having the faith to come here, and I'm sure that through all these darshans we're having and all these kirtans and classes we're having, your bhakti, your devotion is expanding unlimitedly. И спасибо всем большое, что вы приехали сюда, вот этот Гупта Вриндаван. И у нас есть эти замечательные лекции и киртаны. Мы надеемся, что это помогает расширению вашему бхакти. I actually read at one point, practically the whole of Vrindavan moved here to Jayapur to be with Govindaji, Gopinath, and Madan Mohan, and Damodar. На самом деле, однажды я прочитал, что все жители Вриндавана, они переехали сюда, в Джайпур, чтобы жить здесь с Говиндаджи, Гопинат, Мадна Махан и Радха Дамодаром. Some historians say that Jaipur became the main pitha, the main school of learning for Gaudiya Vaishnavas. И в одном из мест ученые, они, историки упоминают, что Джайпур, он также стал основной Питхой, место, где преданные учатся как школа. And those devotees who remain back in Vrindavan, they established Patibhu deities, which are non-different than the original, so they could also have darshan of these deities, Govinda, Gopinath, and Madan Mohan. И преданные, которые остались в Вриндаване, они установили Пратибу, это божества, которые были не отличными от основных божеств, которые проживают здесь, чтобы они могли получить даршан. The historians, they say that the real glory of Vrindavan was revived eventually because one deity didn't leave, and that was Radha Raman. И затем они сказали, что слава Вриндавана она была вновь пробуждена, потому что одно божество она никогда не покидала Вриндаван, это Радха Раман. He remained. He didn't come when the city was attacked. So because of him, they say that Vrindavan became popular again. You can see many devotees every evening they go to Radha Raman temple. He's so adorable, little Radha Raman. All glories to Radha Raman. Вся слава Радхе Раману, благодаря которому в свое время Вриндаван вновь стал популярным. И мы видим, что даже по сей день множество людей они приходят и посещают храм, получая даршан этого очаровательного Радхе Рамана. So we'll finish today with some appropriate prayers. И мы завершим сегодня нашу лекцию достойными молитвами. Glory to the all-merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors, and the lotus feet are everything to me. Слава всемилостивым Раде и Мадна Махану. Они ведут меня хромого и неразумного по пути истины, и во всем мире для меня не существует ничего, кроме их лотосных стоп. In a temple of jewels in Vrindavan, underneath a desire tree, Shri Radha Govinda, served by their most confidential associates, sit upon an effulgent throne. I offer my most humble obeisances unto them.
Мы в Вриндаване, в храме из драгоценных камней, стоящем под древом желаний на лучезарном троне, восседающие Шрирада Говинда. Они их окружают спутники и приближенные, которые с любовью служат им. Я смиренно склоняюсь перед ними. And then Sri Srila Gopinath, who originated the transcendental mellow of the Rasa dance, stands on the shore of Vamsivat and attracts the attention of the cowherd damsels with the sound of his celebrated flute. May they all confer upon us their benediction. Шри Шрила Гопинатх, источник трансцендентной сладости танца раса, стоя на берегу Ямуны в Амшивате, играет на своей прославленной флейте, привлекая внимание девушек-пастушек. Пусть же даруют они нам свои благословения. Шри Говинда Гопинатх Мадан Мохан Ки, Шри Рупа Госвами Прабхупад Ки, Вишванатх Чакраварти Такур Ки, Джай Сингх the Second Ки, Картик Пуракима 2023 Ки, Back home, back to Godhead, ki. Take the whole world with this ki. Atai Gaur Pimanandi. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Sham Govinda. Hari Bol. Thank you very much. Спасибо вам большое.